Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами Татьяна. Сегодня 15 февраля, и я хочу пересадить вот этот мой куражик, бедолагу, который подмерз на окошечке тогда. Но теперь он развивается нормально, и уже он, конечно, не выдерживает этого. Тут 170 грамм, по-моему, в этом горшочке, в этом стаканчике. Я пересажу его вот в двухлитровый теперь такой горшочек. Ну что ж, обязательно должны быть дренажные отверстия, это вы знаете. Вот, я положу сюда вот так салфетку, чтобы не просыпался грунт, и заполню его грунтом. Примерно я заполняю грунт по высоте, видите, вот такой горшок. Значит, вот так вот я сейчас заполню его грунтом. Салфеточкой положила для того, чтобы сразу не высыпался грунт. Вот я грунт насыпала. Теперь мы как делаем? Ставим вот сюда свой горшочек вот так, чтобы было вровень, видите? Вот. И засыпаем сюда, все это засыпаем грунтом. Это давно известный метод пересадки всех растений в больший горшочек, или как теперь называют, перевалки. Я тоже уже много, ну, 2-3 года назад, сколько я занимаюсь, я тоже показывала этот метод. Также можно переваливать, пересаживать не только в горшочке, но и 5-литровые бутылки я тоже показывала в прошлом году и позапрошлом. В общем, и 3 года назад я в 5-литровые бутылочки. Ну, свои фениксы я тоже буду 5-литровые. Почему 5-литровые? Потому что я их буду потом высаживать в грунт, и 5-литровки просто разрежу, и все. Вот. А этот горшочек, те, которые у меня будут так расти, только в горшочке, я в горшочке высаживаю. Вот. Те, которые я оставлю, которые в грунт, не буду высаживать, а урожай получу прямо здесь, в этом горшочке. Ну, вот так, практически до краев мы заполняем промежуток между стаканчиком и горшочком. И там обязательно немножечко утрамбовываем. Ну, не сильно, конечно, но утрамбовываем. Вот, и теперь мы достанем оттуда свой стаканчик. Сейчас вот так теперь покручиваем немножечко. Вот так, чтобы он легко вышел. Вот так чуть-чуть можно прокрутить. И все мы достаем. Вот, видите? И вот такое углубление у нас есть. Теперь мы захватываем свой огурчик вот так. И аккуратненько его обжимаем вот так. И он спокойно, свободно выходит. Вот видите уже, где корешочки? Конечно, ему уже очень тесно. Видите, уже по кругу пошли. Когда уже по кругу, это значит, уже некуда деваться. Видите? Уже некуда деваться. Поэтому уже идут по кругу. Вот так. Очень хорошая корневая система, как видите, очень хорошая, хорошо развита. Естественно, ему давно уже надо было переехать в больший стаканчик. И вот так вот потихонечку, придерживая вот здесь стебелек, аккуратненько вот так и туда его. Все. Вот наш огурчик пересажен в большую емкость. Теперь ему там будет очень-очень хорошо. Теперь и корешочком будет простор. Вот, и будет получать больше питательных веществ. Вот, подкормок сейчас никаких нельзя, пока он перевален только что. Единственное, что можно, это пролить немножечко, пролить янтарной кислотой. Вот, наверное, я его сделаю. Ну, может быть, сегодня, может быть, завтра. Можно янтарочкой, для того, чтобы хорошо вот эти все работали корешочки. Ну вот, друзья, кураж мы пересадили в больший горшочек. И также я пересадила чуть в больше горшочек. Пол-литровый он был, 150 грамм. Вам это трюкач, малюсенький огурчик. Но ему много не надо места, как я поняла уже. И маленьким помидорками, маленьким огурчиком его. Вот 500 граммовый такой горшочек пересадила. Все, значит, завтра, послезавтра, я не буду уже вам показывать видео, но знаете, что я пролью янтарной кислотой. Значит, 0,2-0,3 грамма на 1 литр. Вот, ну, или как на 10 литров, то 2-3 грамма можно. Если на 10 литров, ну, мне много не надо, на 1, значит, 0,2 или 0,3 грамма там на 10, ой, на 1 литр воды. Все, всем пока.
Пока-пока.